tell the order of the day. He wants Mashiach. Лучше начать с того, чтобы поклонивали один год учить Тору, а потом вы будете подготовлены к следующему, ко всем остальным делам. Через то, что вы будете учить Тору, вы получите больше известного, и тогда вам будет легче восстановить свою жизнь как следует быть. Не понимаете? Пошлите Russian. God Almighty bless you to learn at least 1 year Torah, and that will give you additional wisdom to decide what to do after that. Seriously.